Помочь всем, кто в этом нуждается. В Самаре на базе 15-й поликлиники открылся координационный центр по оказанию помощи больным с пневмонией, ковид и ОРВИ. В ежедневном режиме с 8 утра до 8 вечера, без выходных, здесь принимают звонки на горячую линию от жителей области, которые почувствовали недомогание. Операторы расспрашивают, какие признаки болезни у пациента, и заполняют на компьютере специальный опросный лист. Информация направляется в медучреждение региона, за которым закреплен пациент, где принимают решение, прислать ли к нему скорую помощь, участкового врача или достаточно консультации по телефону. Этот центр и призван был создан именно для того, чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи данной категории жителей Самарской области в части максимального его охвата, а также координации деятельности всех медицинских учреждений, скорой медицинской помощи, стационаров и, прежде всего, амбулаторного звена поликлинического по лечению и наблюдению за данными пациентами. У нас координационный центр работает согласно нашему регламенту, но мы занимаем гибкие позиции в соответствии с временем и текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой. Мы получаем обратную связь от пациентов. Мы получаем обратную связь от медицинских организаций, куда мы это передаем, данные. Поэтому мы в течение дня можем маневрировать и менять. Наша главная задача, чтобы было все скоординировано, чтобы до каждого пациента нашего региона дошла медицинская помощь, чтобы было все оказано качественно, доступно и сохраняло жизнь и здоровье нашим пациентам. Проблемы дозвониться до центра нет. Звонки принимают 30 специалистов. И хотя направлена в первую очередь помощь на тех, кто заболел коронавирусом или пневмонией, без консультации не оставляют ни одного пациента. По словам операторов, случается, что люди обращаются с сердечными заболеваниями, к примеру, с тахикардией. Спрашиваем пациента, как ваше состояние, как ваша температура. Пациент нам все рассказывает, собираем его информацию, куда выезжать должна бригада наша. Координационный центр сформирован по распоряжению областных властей, чтобы каждый житель имел возможность быстро получить профессиональную консультацию врача и понимал, что его не оставят наедине со своими проблемами. Телефон горячей линии, на который можно позвонить, указан на экране. В дальнейшем в центре планируют запустить телемедицинские консультации. Виктория Шарая, События.